Costa, ah, quella. Ella fio, più che ne piso. Διάσημη. Τι ωραία γνωστρού λένε αυτή. Έξω τώρα θέλει, ε. Ναι, ναι, ναι. Πουσκάει, να ποτίζεις, γιατί δεν έχουμε ποτίζει, εντάξει, να μην χαλάσουν. Ναι, ναι, ναι. Για Ιωάννα. Είναι φιλενάδα από τη Ρωσία. Ωραία. Ρωσίδα είναι. Έλα, Κωνσταντίνε, πες το. Она ветеринарный врач. Вот, у нее клиника здесь. Вот ее клиника. Она окончила университет, она окончила всякие... Делает операции, она врач-хирург, она все-все-все. Она очень много лет училась, очень много лет проходила практику, пельмянница Ваюса. Вот. И открыла свою клинику здесь, в деревне, только недавно. Здесь собачки всякие. Вот такая собачка у нас была. А, это на шарпи, да? А, нет. Да, шарпи. Да, да. И вот такая, только большая. Это... Терьер, да, 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 да. Надо думать, хирурги, вы эки. Скиляки? А, не, скиляки, не, не, не. Не, не, проходи. Да, здесь она зверев принимает. Клеточки для зверев, видишь. Вот. Она сколько? Один месяц она всего лишь у нее, кажется. Да. Она же их еще постригает, видишь, у нее здесь так, ну, где надо, там она пострижет, подделает, и же микроскоп у нее, видишь, она проверяет анализы, все делает. Она много лет этот самого, проходила практику у других врачей, даже на Кипр ездила проходить практику, на, научиться операции делать. Да, 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 да. Маленький такой, она начинает с маленького, потом больше будет. Вот собака такая с маской, видите? Вот. Это лабрадор маленький. Эля. Канец есть? Да, видите, пришел маленький лабрадор, щеночек. Сейчас она его будет проверять. На пама, я ты Анна, на камень дулез, да, все, метушки лаки. Юанна Мас, Февгума, да, все, на камень дулез, да, все. Начинает, смотрите, какая красота. Смотрите, какая красота, плющ растет, как красиво. И он еще так висит красиво. Смотри, как красиво висит. Ой, как красиво плющ висит, смотрите. Ой, как он свисает красиво. Обалдеть, смотрите, какие красивые от плюща эти самые веточки свисают. Ой, вообще обалденно. Только стояли, разговаривали, только заметили. Смотрите, как красиво. Это возле клиники ее. Клиника вот так вот называется. И мы едем в Ларису. Дождь у нас, капает дождик. Короче, привет всем. Скажите привет всем громко-громко. Привет! Ну все, мои уши заложило. Вот по такому дождю мы едем в Ларису. Вчера мы ходили с Сашей на пляж. Да, Саша? Да, да, да. И она говорит, блин, все купаются, загорают. Я тоже хочу. Завтра приду на пляж, лежать буду, говорит, свой день. У нас Костя сбастался в этот... Фиорок все принесли с Костадина. Додека ора. Вася говорит, поехали гулять. Ну, поехали гулять, на, приехали. Давай, папа, я больно. На, Ир там и я, Воль там. Фулону дзамья. Покажи, какие вкусняшки купили. Туаник своего. Ай, вкусняшки, да, вот такие купили вкусняшки. Это у пельмяника Ваюса в магазине. Вкусные, да? И у нас, короче, за Лариса до Катесова километра. И вот такой дождь. Крио. Эх, спуфан, Вайс куртку натянул. А я без рукавки сижу. Вот. И мы едем, едем. Вот такой дождяра хлещет, да? Да, еще май месяц, но все равно. Вот такая дорога. Я показываю, вот задний фон показываю в зеркало.
вот так вот. И вот так вот. Красота. Саше нравится, да, Саша? Очень. Слушайте, она потом приедет домой и скажет, блин, куда я ездила, блин, какая стерва Людка. Девочки, да. Мое мнение все еще впереди. Я его обязательно выскажу. Ну ты завтра, она завтра уезжает, я не знаю, когда будет она высказывать. А я буду писать комментарии, девочки. Мальчики, я комментарии буду писать. Приехали в Икею, что-то там делают. А, баллония надувают. Будешь? Шары делают. Шары делают надувные, такие длинные. И раздают, да, и детям раздают. А там детки сидят за столом. Як ти сідати? Пайпома вода, поки. Лариса, що-то там угощають? Музика здесь играється. Сувлаки. Ти, Юрди? Ти, Юрди, не Поріція? Поріція? Я Юрдія, ти Юрдія по мене. Не знаю, то Ікея, а Дірмана не хто. А, Малісто. Ти лати? Мої не йдуть що-то. Вот такое вот здесь делается. Сублак просто не захотел, да, а они там, видишь, что делают, дети бесятся шариками. Один мне под ноги лезет. Чего ты такую рожу-то сделал? Там угощают сублаки, ола, ола, пситайся из дефельта на фаты. Костас хочет в этот самый, на, опалой. Мамы, там сублаки раздают, а вы что-то все хотите скорее бежать в этот самый, в Икею. Как будто не успеете. Я нет, я наоборот туда хочу. Туда хочу. Нет, Саша говорит, я туда хочу. А у Костас дефелики. Вайс дрому пире. Вайс тоже удрал. Костас тоже удрал оттуда. Ну, раз хотите в Икею, пойдемте в Икею. 4 с копейками, а сейчас она 2 с копейками. Да? То есть бах, половину. Такая нам кухня с Сашей понравилась. Такой цвет. Вот такая вытяжка, да, классная. Здесь холодильник. Подожди, к листу камера. Ваю, а в тейном он удъемись евро у листу лапья? Не, я их туси. Пернишки февгис. Ох, электрика едет, не хун, ты не туда их электрика едет. Не. Мы тут кушаем, да? Мы с Сашей взяли шницель, да, шницель называется? Вася взял бифштег с этим самым, с говядины, с рисом. О, Костас принес пиццет, на, картопицетыч. А у Костаса, как всегда, вкусные. Да, Коста? Вкусные, на. Да, и это, как бы, шницелю идут вот такие вот... Мустарда. Да. Я не буду мустарда, мне... Я ее потом домой заберу. Не хочу я ее. Я ее в прошлый раз брала. Ножиком. Масфага на мусу. Ай. Все, нам калиорикси, а вам? Мы не будем говорить, чтобы вы облизывались. Больше не будем после таких комментариев, да? Всем хорошего аппетита. Кто с нами кушает? Ой, пардон, автата путеракисты. Трапезакишу. Коста, скажешь всем привет? Привет. Вкусно, нет? Пошли там, дети, пляж. Балоне де влепу на эхиалу. Все уже, наверное, перестали балоне давать. Оголя. Де на эхиалу балоне де влепу.
Папа, на парму сувлаки от заба. Сувлаки? Кинь не хвори псету. Дай микролика. Одна фина тапки. Послушали, теперь надо все разгрести. Короче, мы ржем стоим над этим клоуном. Да, Саша? Ржем, говорю, стоим над этим клоуном. Он здесь. Кацгата, говорит. Ой, бедный после что снимать вам не буду. Я вам поставлю, как дети танцуют отдельно от этого самого влога. Как развлекают наши клоуны, наших греческих детей. Хотите понимать, хотите нет. Короче, сейчас будет продолжаться, но это целый день часами снимать, но нам надо ехать. Костаса отсюда не вытащить. Водичку кока-колу. Буду. Пали, пали. Циклопемки. Ну-ка, дай-ка я сяду. Все, хватит уже. Малой здесь танцует после меня. Какой маленький танцует, мальчишечка. На. Стоят, ждут бедные Хостанинуса. Мехрявлю ту пруина перемень, что пидишу. Ба. И в та ура, дура. Не. Динуса не можем вытащить из игры. Сейчас будет баллоне надувать. Эля, вали, Эля. Памы тора. Все, мы поедем дальше. Мушки Макостас, мушки, мы смотри, что мокрый весь, как лягушонок. Спина вся мокрая. Мия ураке. А у того какая мокрая спина у мальчика? Да, вообще они вообще мокрые мальчишки. С утра скачут. С утра скачут они. Все, да, ладно. Короче, все скачки детей я вам покажу в другом в этом влоге. Потому что YouTube меня забанит за музыку, за эту. Чтобы влог не испортить, будет отдельное просто, как развлекают клоуны детей в Икее. Наверное, так назову. Или как-нибудь по-другому, ну как-то назову. У нас такая влажная погода, дождь. Куда пошел, Коста? Миша, мы стоим. Давай. Ой, здесь прохладно, а там жарко. Наелись вы сувлаков, Саш? Да, я очень много. Сейчас я наевшаяся. Да, я тоже наелась. Я съела один сувлак. Коста, у тебя еще есть бештеки, сувлаки. Ну, сейчас пойдем этого самого.
молодец, что напрыгался там. Да. Красота. Он съел столько, столько еды съел в этом в кафетерии. Сейчас ничего нету. Да. Ура, ура. Он ему сделал шпагу, он говорит, мне не нужно шпагу, сделай, говорит, мне очки, ага. Вот он ему сделал очки. Я наоборот за шпагу была. Да ладно? Не хочешь шпагу? А куда, что он со шпагой-то делать будет, с очками? Ну прям он что, мальчишки маленькие играют со шпагами, да, Дин? Да. А мы серьезный человек, мы очки, да? Ну все. Если ты не тесто геля, фуфура геля. На, он говорит, что ты, говорит, хочешь очки, говорит, ты же, говорит, носишь очки. Все, ну короче, там весело, да, Саш? Очень весело. Классно. Здорово. Ой, напрыгались. Мы наржались, главное дело. Мы насмеялись. Попа. У нее аж скулы болят. Ребята, молодцы, браво. Вообще работают, да? Вот работа у них, да? Вообще. Мы приехали в 2 часа дня, да, сюда. И вот сейчас время же уже 6 почти что доходит. Вот они столько часов скачут. Представляете, они с утра без остановки. Вообще молодцы, ребята. На отдых какой-то, не видела. Открывай, Вая. Дверь. Праздник, вот там вон, дети еще скачут, там вон там, видишь. Им еще подарки делают эти самые. Уже, да, уже мало народу уехали, а здесь кушают взрослые, сидят. Дети пляшут, да? Дети, а там еще столы, видишь, накрывают, там все жарят. Стоп. Да. Ради... Ифтия. Прошу, что это курица я. Ага, сега. Сега на виниле. Застегнуться, да, люди? Конечно, застегнуться. Вот, и мы едем все домой. В Лерой Мерлин мы не будем заходить, в Джамбу тоже не будем заходить, в Машутис тоже. Вот. Валя же стаера. Они не кривами хани, ден травай и калюри, ферги тетя, ксипта. Ден травай. Ориста, паме. Поехали в церковь, Арменію. У меня столько видео на нее, я оставлю ссылочку, плейлиста церкви, да. Вон. Этот, пыль. Видите, какая на машине. Этот плейлист церкви и монастыри. Там вы найдете церковь Армению. Армения. И увидите все, что здесь есть в этой церкви. А мы зайдем в церковь за... А? А это Пеларгос, да. У меня есть видео тоже перед Пеларго от него. Да. Пойдемте, зажгем свечки. Дни счастливых. Ты одна из счастливых, кто может поклониться этой иконе. И да, очень икона, чудотворная икона. Вот это вот Святая Божия Матерь наша. Вот сегодня праздник Святой Ирины. Так что всех Ирочек, у кого зовут Ириночки, всех с праздником вас. Пускай ваша Божья Матерь хранит вас, Святая Ирина. Водичку из колодца достанет. Мы всегда заезжаем в эту церковь, когда едем с... У нас есть возможность с Ларисы или с Салоников, или откуда-то. Останавливаемся здесь отдохнуть и попить. Ой, ой, Константин из Тепатума. Крата, баба. Да, да, туда польем цветочки. Видели когда-нибудь черных голубей с таким с голубым отливом? Вот такие голуби здесь есть, черные голуби. Это очень редкие голуби. А здесь вот такие вот голуби. Беленькие. А он у них там в этих бочках, вот там вон. Да, там есть павлин, да. И здесь вот какая-то птичка. Такой голубь, что ли, здоровый. Смотри, такой большущий, как, блин, орел. Орел целый. Да, да, да. Опа. Здесь, да. Это здесь... цесарка, Люда, да? Ну, что тогда? Да, наверное, да, она без хвоста же. Да. А этот в погоне, не. А арсеникоины. А вон там это другие. Смотри, какая корона на голове. Да, да, да. Да, видела я тоже, да, она там. Вот, смотри, вон, видишь, вау. У нее какая корона там на голове. Какая красотка. Вон она.
И там эти самые, и здесь тоже такие, вон, видите, фасьянош, фазан. С ушками, смотрите, какой он с ушками. И там сидит фасьянош, влепишь, фасан, фазан, фазан. И белый, и такой, видите. Вот. Так, все, мы вот тут вот так вот все. Все показали вам. То у нас 19 градусов, он там написано, и 19 часов 12 минут. И мы приехали в Волос. У нас дождик в Волосе. И вот тут красиво написано, да, красиво все здесь. Ник Жерома. Опа, все. Прочистили. Вон корабль какой-то заходит, Люда, вон он там светится. Ну, тут этот самый, в порт заходит корабли. Народу здесь гуляют, туристы и все остальные. Принесли куразероплю, пули. Не. Чего Дина, все порекало? На втором же спите, Константине. А си мы тоже не. Леофорио. Леофорио, автобус. Махина, пишем, то сувляки. Ох, вай, что заболел от сувлаков.